5 раз в неделю. Рейсов из главного аэропорта Камчатки в Магадан стало больше. Раньше было только 3 перелета в неделю по понедельникам, средам и пятницам. С 3 мая авиаперевозчик добавил рейсы по вторникам, а с 5 мая по четвергам. С понедельника по пятницу, кроме четверга, вылеты из аэропорта полуострова запланированы в 8:50. Из Магадана рейсы осуществляются в 11:05. По четвергам перелеты Петропавловск-Магадан выполняются днем в 13:50. Обратный вылет на Камчатку в 16:05.